Один из сетевых магазинов. В субботний день сюда приехал губернатор Сергей Морозов, чтобы посмотреть, как реализуются меры социальной поддержки. Мы проанализировали цены. Цены ниже, чем в близлежащих городах Тольятти, Самара, порядка на 10%. Даже с Ульяновском цена различается в 5-7%. Она здесь ниже, чем в Ульяновске. Сеть федеральная, но в магазине представлены и продукты местных производителей, на которые периодически действуют акции и скидки. Димитровград в этом отношении выигрывает по цене, по ценовой категории. За счет чего? За счет того, что ниже наценку делают. Сейчас к празднику очень необходимый товар. В торговой сети также действует специальная бонусная программа, которая позволяет экономить на покупках. И надо каждый месяц приходить, да? Нет. Или она просто автоматически? Поступает автоматически, начисляется 10 тысяч бонусных рублей. И мы вот как раз-то пользуемся, покупаем товары со скидкой. Очень удобно. На территории региона уже год действует проект социальной продовольственной карты жителей Ульяновской области. Социально незащищенные категории жителей по ним получают необходимые продукты. Такие карты уже получили более 10 тысяч жителей Ульяновской области, в том числе и димитровградцы. Дополнительные дисконты в размере 5% торговая сеть предоставляет людям преклонного возраста. Татьяна Баловнева, Константин Белов. Наше время.